Мы Сергею Бодрову, еще Алексею Балабанову. Да, так сложилось, что парни как-то безвременно от нас ушли. И теперь мы эту песню поем, посвящаем этим ребятам. Эта песня из фильма «Брат, по-моему, один». Называется «Даром и не даром». Thank you.
следующей песне, ну, мы, конечно, повторяемся, для тех, кто не слышал историю, я очень люблю рассказывать. Мы однажды ехали по гастролям по Уралу и возвращались из Качканара, город тогда Свердловск, в автобусе, ну, как водятся все музыканты пьяные, под утро, трезвый водитель и я. Я смотрела в окошко на рассвет, там было солнце уже. С другой стороны окна тоже было солнце. Я подумала, конец света, два солнца на небе. Ну, оказалось, что это была и луна, и солнце одновременно. Мне посчастливилось увидеть такое явление. И, собственно, об этом песня. Называется «Восстала луна». Солнце светит надо мной, справа тоже круг, солнце новое. Yeah.
Еще одна буддийская песня. Каждый город стоит на какой-нибудь реке. Здесь Москва, река Яуза, у нас Нева, прочие мелкие речки. Это великая песня. На самом деле здесь, вот, не знаю, как у ребят, но это вот мое кредо. Песенка называется «Рабочая река». Сеньки у нас рабочие. Yeah.
обращается девочка, девушка, бабушка, ну и, собственно, парням тоже. Называется «Танец на цыпочках». Танцуй, заглядывай в глаза, глаза, танцуй.
Петр Петрович, гитара. Размечталась слова запомнила.